Дети с особенностями развития под пристальным вниманием Брестского общественного объединения демографической безопасности. Не первый год для ребят из центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации проводятся мероприятия разного характера. И все для того, чтобы подарить этим детям радость и ощущение заботы о них. На этот раз участниками праздника были ребята из центра «Стимул». Организаторы постарались на славу. Для того, чтобы это событие запомнилось детям, на мероприятии позвали ярких аниматоров. Ребятам была предложена насыщенная программа с тематическими играми, конкурсами, танцами, аэробикой, соревнованиями и музыкальными заданиями. Торговый центр «Миллионный» и также «Bubble Boom» они являются спонсорами. И после мероприятия деток будут ждать сладкий стол непосредственно в нашем кафе. Конечно, каждому ребенку это нравится. И мы хотим, чтобы детки получали тепло и заботу не только по праздникам, а чтобы они радовались каждому дню. Благотворительная акция «Вместе подарим улыбки детям» проводится Брестским общественным объединением демографической безопасности с января текущего года. Главная цель, которую ставят перед собой организаторы – поддержка детей с особенностями развития со всей Брестской области. К доброму делу представители объединения привлекают частные предприятия, организации, индивидуальных предпринимателей, призывают к помощи всех неравнодушных брестчан. Эффект есть, и он весьма значительный. Сотни благодарных родителей, столько же счастливых улыбок ребят. Работать в этом направлении волонтеры не перестанут, ведь у них есть огромный стимул. Я очень благодарна, потому что детям-инвалидам мало оказывается помощи. Вот когда такие мероприятия, праздники нас везде приглашают, то я очень довольна, что такая помощь оказывается, что не забывают про таких детей. София Бережная, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания «Бук ТВ».